отдельный пакетик. Вика, покажи иллюминатор. Я снимаю. Конечно. Я не возле окошка сижу. А мы летим уже. Отличный. Какой же у меня еще ребенок, дитё. Стоим в очереди в аэропорту. Она играет с мальчиком в прятки. Ловим свой багаж. На русском ничего нет, это Турция. Вот и попробуй пойми, где багаж. А вообще вот так подходите, смотрите на табло, написано Ростов, и смотрите номер ленты. И вот 201, подходите и ловите свою сумочку. Привет, друзья! Мы прилетели в Кемер, поселок Вильдиби. Очень здорово. Вид на горы. Мы стоим на балконе. Вот такие горы сзади нас. Внизу вот такие вот столики, бар, качели. Наш номер. Три полноценные кровати. Все как полагается. Вот мы и на море. Сзади меня находится гора. Вот видно наш отель. Буквально пару минут и на море. Частный пляж. Вот и само море. И французский это пляж, навесы и свой пляж. Пойдемте, вдохнем запах моря. Вот такая анимация в Карелка Бич в отеле. Вот сначала для деток. Я тебе сказал. Сегодня первый день, потом будем для взрослых. Сюда кыш-кыш. Вот я сижу на последнем ряду. Вот тебе найдем, давай, молодая девочка. Там находится. Нет, нельзя тебе, девочка. Давай, мальчик. Там сидит мальчик, Борис. Мальчик, перед ему, здрасте, добрый вечер. Как дела? Можно с нами минуту?